Одинцовские единороссы в рамках реализации проектов «Культура малой родины» и «Историческая память» приняли участие в праздновании Дня города Голицына. Основной площадкой праздника стал парк Героев Отечественной войны 1812 года. В течение всего дня в парке работали торговые точки, проходили спортивные соревнования и концертная программа, в которой принимали участие творческие коллективы Одинцовского округа и профессиональные артисты.